Одесса скоро получит новый генеральный план. Проект практически без обсуждений единогласно принял исполком горсовета. В первую очередь он призван решить проблему низкой обеспеченности населения жильем. Строить планируют на свободных территориях – поля орошения, район школьного аэродрома и Шкодовой горы. Особое внимание отведут в сфере туризма. В районе второй заставы на улице Столбовая даже собираются построить еще один железнодорожный вокзал. Развивать будут и автодорожную инфраструктуру. Более чем в два раза увеличиваются площади зеленых насаждений за счет создания парков крупных в новых жилых районах. В Хаджибейском, Аэропортовском намечен гидропарк Кульяльницкий с возможным предоставлением ему статуса объекта природно-заповедного фонда и парк Юбилейный на прибрежных склонах. Утверждать проект генплана будут на завтрашней сессии городского совета в 10 часов утра. Общественники намерены в это время устроить акцию протеста под стенами мэрии.